Приветствую вас, давайте разберем то, что вы написали. Вы пишете, мне очень трудно в последнее время искать девушку. Здесь сразу несколько деталей возникает, несколько моментов возникает. Первый момент. Зачем вообще искать девушку? То есть девушка это что, по-вашему? Клад какой-то. Девушка это кто, по-вашему? Что ее нужно искать обязательно? Вот. Это первое. Это очевидно, что девушка вам, ну, для чего-то нужна. Очевидно, что девушка вы почему-то нуждаетесь, вот, но в чем именно нуждаетесь, вы здесь не говорите. По крайней мере, прямо. Тогда можно сделать предположение, что тут сидела в одиночестве, да, тут вы чувствуете себя очень одиноко. Можно сделать предположение, что все дело в этом. Вот. Но я лично считаю, что тут может быть еще какой-то аспект, да. Например, желание, которое движет вами, значит, искать девочку. Стремление, например, что-то для себя получить через девушку. Вот это тоже очень важный момент. Поэтому мне кажется, что вам нужно определиться именно с целью. То есть для чего вам нужна девушка, как вы ее вообще воспринимаете, в качестве кого вы ее воспринимаете, ну и так далее. Дальше. Значит, следующий аспект, который мне кажется нужно затронуть, это аспект времени. То есть вы говорите, что последнее время вам ее тяжело искать. Вот. Это означает, что до этого-то все было неплохо, вот. Вопрос только в том, что именно было неплохо. То есть вы что делали-то вообще? Вы пытались ее искать и не находили? Или что? То есть, что здесь происходит? Что происходит? А как вы это делали? Ну, то есть, понятно, да? Как вы, собственно, искали девушку? Вот. То есть, как вы это делали? Какие конкретные действия вы предпринимали для того, чтобы ее найти, допустим. Вот. То есть тут вот все нужно это исследовать. Обязательно. Все это нужно исследовать. Далее. Значит, очевидно, что у вас, значит, ну, что-то не получилось, да? Это очевидно, что вы
либо не справились, либо ошиблись, да, то есть либо там какие-то события произошли, не очень хорошие для вас, вот. Я думаю, что так или иначе, в любом случае нужно исследовать данный аспект, вот, то есть нужно смотреть, что именно произошло, ага, вот, значит, ну, с вами нужно смотреть, что именно произошло, почему вы перестали, собственно говоря, искать девочку, то есть в чем стала заключаться сложность, вообще говоря. Вот. Ну, именно, конкретно для вас в чем стала заключаться сложность. Вот. Это тоже нужно исследовать. Потому что это важно. Вот. Дальше. Вы пишете, значит, что тяжело общаться с нормальными людьми. Тяжесть общения в чем? Нормальные люди – это какие? Ну, то есть, что за нормальные люди? Это вообще, кто такие нормальные люди? Почему вы считаете каких-то людей нормальными, каких-то нет, да? То есть, откуда деление такое взялось? Это вот тоже то, что необходимо рассмотреть вам. Это тоже то, что необходимо вам исследовать. Складывается, потому что такое ощущение, что вы себя как бы принижаете. Вот. А это не совсем адекватная позиция, то есть неадекватная позиция, что вы себя принижаете, вот. То есть тут могут иметь место быть комплексы, вот. И, соответственно, если у вас действительно есть комплексы, то с комплексами уже нужно работать как бы отдельно, вот. Надеюсь, что этот аспект вам, он, ну, в целом понятен, вот. Далее, одиночество. Одиночество – это не принятие себя, то есть вы себя до конца, вот именно таким, какой вы есть, не принимаете. Никита, вы не, вы отвергаете себя, вот. И, соответственно, у этого, я полагаю, есть свои основания, я полагаю, что у этого есть свои причины у вас. Соответственно, давайте подумаем, что именно вы себе отрицаете. Почему, вот, из-за чего, откуда вы узнали, что, ну, того или иного у вас быть не должно, вот. Понятно, да, я надеюсь, что это все вот нужно исследовать обязательно. Никак, вот, по-другому, да, здесь не получится.
так вам нужно вот именно посмотреть. Вам именно посмотреть, как все это работает у вас, что это значит и так далее. Ну и чего, соответственно, вам хочется. Так, не могу найти работу. Опять же, то, что вы не можете найти работу, это говорит о том, что вы не прислушиваетесь к себе. В работе ориентируйтесь на социальные аспекты, то есть заметьте, да, речь идет именно о социальных аспектах, не личностных аспектах, то есть не аспектах таких, типа, что вот, что мне нравится, чего я хочу, нет, в этом речь на самом деле не идет. Речь идет исключительно только о том, чтобы сделать что-то полезное по вашему мнению. Вот. Ну, опять же, как мне представляется. Вот. И, соответственно, это вас и сбивает с толку, по сути, Поэтому я рекомендую вам ориентироваться в работе исключительно на на то, что вам нравится, на то, что вы, ну, на то, что вам хочется, на то, что вам интересно, а не на, соответственно, то, что необходимо делать. Вот. Так, не надо, ну, не на то, что надо, да, а на то, что хочется здесь. Тогда вы сможете найти работу. А так, если вы будете ориентироваться исключительно на надо, то вы так себя и не найдете никогда, к сожалению. Вот. Да, то есть видите, вы себя теряете, как бы. Вот это связано именно с тем, что ориентируйтесь вы не на себя, в своей деятельности, а на вот то, что нужно, по вашему мнению, то, что нужно. Понимаете? И в этом и заключается одна из основных ваших проблем. И отсюда мысли у вас о том, что, значит, ну, о том, что, чтобы сделать что-то с собой. То есть я в этом плане никак не удивлен, потому что, ну, было бы странно, если бы вы не хотели ничего с тобой сделать, ведь вы же не живете для себя, по сути дела, для себя вы не живете сейчас, по сути дела, вы живете только для, вот, ну, значит, только для других, вот. Не беря при этом ответственность за свои желания, собственно, за то, что вам, ну, вот, хотелось бы, понимаете, самому, вот. Такая история, значит, поэтому вам нужно набрать в этом направлении. Дальше. Ну, а дальше, соответственно, идея в следующем заключается, да? То, что вы, значит, хотите покончить с собой, это, значит, посыл, который дали вам ваши
близкие люди, ваши родительские фигуры, по сути, да, что вы должны умереть. Вот. И это, на мой взгляд, один из ключевых аспектов. То есть вам увидеть нужно, что данные мысли не ваши, что принадлежат они не вам, а что вы, воспроизводите. Вы воспроизводите эти идеи у своих родителей. Вот, по сути. Что, безусловно, не дает вам ни живости во взаимодействии с другими людьми, ни успешности, при взаимодействии с другими людьми, ничего бы то ни было еще при взаимодействии с другими людьми. Вот. Соответственно, посыл родительских фигур нужно отделить от ваших мыслей. Вот. И тогда вы сможете мыслить самостоятельно, вы уже будете решать, что вам делать. Вот. В целом, я думаю, что перестав бежать от одиночества, вам уже не будет так привлекательно, для вас уже не будет так привлекательна идея умереть. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.